странные праздники. Что-то меня знобит от этого веселья. Ой, как ароматизировать правильно свое помещение? Жилое, досужное. Берем сначала масло. Хвойное, например, пихтовое. Обмазываем веточки, елочки. У всех же после Нового года елочка осталась. Вот можно в зале там где-нибудь, в спальне. А потом для быстрейшего испарения мы просто делаем катализированное воздействие путем высоких температур. Это лишь одно неизменно, то, что я.